Привет, друзья! Меня зовут Иванова Лариса, я тренер по радости. И я сейчас записываю это видео для своих коллег, которые занимаются сетевым маркетингом. Друзья, сегодня мы все видим такое нелегкое время, когда люди находятся в волнении. То, что происходит, конечно, это сгущает краски над нами. Но есть такой луч света, который дает новое дыхание, который дарит здоровье. И я обращаюсь к вам тем, чтобы вы это использовали, потому что если мы хотим быть притягательными, вот как пчелы летят на мед, да, то люди, они к кому тянутся? К людям солнечным, позитивным, которые просто вот насыщены эндорфинами, гормонами радости, которые ресурсные, которые счастливые. И люди интуитивно, потому что так много страхов вокруг, панических атак, люди падают в депрессию, что мы знаем, грех, унылый дух сушит кости. И если человек сильный духом, радостью наполнен, энергией, то, конечно же, на него всегда идут люди. И я заметила, что когда я стала заниматься йогой смеха, потом стала тренером по радости, то у меня совсем появились другие отношения с людьми. И, друзья, чем бы вы ни занимались, если вы хотите, чтобы к вам тянулись люди, если вы хотите, чтобы ваши команды были ресурсными, работали на энергии, на воодушевление, используйте йогу смеха, потому что это не просто смех. Гелотология – это наука о смехе, разработана врачом-физиологом Норманом Мадам Катария, который живет в Индии. А воодушевила его на это книга Нормана Казинса «Человек, рассмешивший смерть». Прочитайте, когда человек уже его отправили умирать от практически неизлечимой болезни, но с помощью смеха он полностью исцелился. Это вот такой природный витамин, данный нам свыше. Если мы хотим, чтобы нам помогали вот те, кто занимается БАДами, например, но знаете, что на уныние ничего человеку не поможет. Поэтому используйте йога смеха для своих сотрудников, для своих пациентов, для своих клиентов. И вы посмотрите, насколько будет действенна та или иная витаминка, БАД и так далее. Поэтому, ребята, чем бы вы ни занимались, я желаю, чтобы ваши команды росли, чтобы люди на вас шли. Поэтому будем на энергии. И йога смеха – это игра практики, это дыхательные упражнения, это голосовые упражнения, это смех по специальным правилам, это пальчиковая гимнастика. Это все, что, о чем говорит Библия. Будьте как дети, всегда радуйтесь. Мы будем себе внутреннего ребенка, и мы насыщаемся гормонами радости. Поэтому долой кортизол, гормон стресса. Да здравствует радость и счастье. В наше время надо быть сильными, крепкими орешками. И мы должны научиться жить в этом мире. Поэтому, друзья, включаемся. С вами была Иванова Лариса. Я с вами до связи.